чего тебе? Да ты не бойся, Ариш. Да нос не дорос себя бояться. Сейчас вон городового позову. Да что же ты? Будто забыла все. Так, чего тебе надо от меня? Слободку помнишь? Овраг, где ты землянику нашла. Ты ее еще собирала. Вот так. Ты кто? Во враге том тело мое. Иди посмотри. Я иду искать. Конечно, сделаю, что могу. Но вы бы лучше в полицию обратились. Александр Семенович, муж мой, он пошел в полицию. Но у меня все равно сердце не на месте. Да и что полиция? Разве она скажет, жив он или... И давно Егор так пропадает? Так, чтобы ночевать не пришел первый раз. А только все время гуляет, уйдет, а потом пытаю его, где был, что делал. Никогда не говорит. Память у него бедного отшибает. За ним по-хорошему все время следить надо. Это только как? Знаете, мы ведь не в хоромах живем. Александр Семенович у меня весь день в мастерской. Он механик, знатный, руки золотые. А я у купцов-сыромятников за хозяйством смотрю. Не с кем его оставить. Запирать жалко. Давно у Егора эти провалы в памяти? Да с детства. И не только провалы. Бывало, сидит вот тут в комнате и разговаривает с кем-то. Я заглядываю, нет никого. А последний год совсем худо стало. Он как будто перестает быть собой. А это как? Ну, так и говорит. Я, мол, не Егор Фомин, а этот... Как его? Но у него даже имя есть у этого другого человека. Представляете? Вы не помните? Господи, ну это же все фантазия. Ну, мелет не знамо что во время приступа. Докторам вы его показывали? Да чтоб им пусто было, докторам этим. Деньги дерут, а хоть бы один помог.
волоком тащат. Черти. Что творишь? Видишь, какая сырость под ногами? Чего? Такую муку портите. Хозяина разоряете, аглоеды. Ты, парень, мимо проходи. Я тебе сейчас покажу, мимо проходи. Ты что, сопля, белины объелся? А ты, варежку-то широко не разувай, а то муха залетит. Вот эти сейчас леща заделаю. Ну, давай. Я по молодости таких, как ты, на раз ног валил. Ты Фомин? Егор Фомин? Егор жив, я чувствую. Не отвечает на мои призывы, значит, точно жив. Таскался по улицам возле рынка, к людям приспал. Спасибо городовым, нашли. Егор! Мастерская целый день закрыта, по твоей милости. Потому что бегаю, ищу тебя, дурака. Простите, папенька. Господи, да жив и слава богу. Да с чего бы ему не быть живым-то? Мало ли, один беспомощный. Вдруг какой лихой человек. Ай, брось ты. Кому он нужен, кроме нас с тобой? Тащим его на своем горбу, надрываемся. И вот, сыновняя благодарность. Простите. Да ну тебя. Уже уходишь? Ну, а как же? Кто за меня работать-то будет? А это, что ли, полоумный? Ну, куда ты все время ходишь? Где пропадаешь, а? Не знаю. Господи. У всех дети как дети, а у нас... Почему вы его вините? Он ведь не по своей воле это делает. Я вам благодарна, конечно, за ваше участие. Но, видите, Егора уже нашли. А если он снова пропадет? Вам что, совсем не интересно, что с ним происходит и почему? Вы же меня сами просили помочь. Егор, меня зовут Анна. Можно мне с тобой поговорить? Яков Платоныч. Документов при нем нет. Вот, полюбуйтесь. Что происходит с бумагой за такой срок? А, кстати, какой здесь срок? Судя по степени разложения трупа, не меньше года. Впрочем, я думаю, не больше. Жертву не грабили, раз бумажник на месте. Вы сказали, жертву? То есть вы не рассматриваете возможность смерти естественным путем. Но вы же не думаете, что он разоделся в модное пальто, спустился сюда во враг по грибы и скончался от сердечного приступа. А после этого еще и закидал сам себя сверху ветками? Да, это резонно. А как ты сам считаешь, что с тобой происходит? Болезнь. Какая? Душевная. Ну, то есть ты душевно больной? Отец меня по врачам водит. Они все так говорят. А вот я знаю человека, он считает себя курицей. Нет, правда, вот так по улицам ходит, кудахчет. А еще бывает, на корзину с яйцами сядет и сидит, высиживает. Ты же не считаешь себя курицей? Нет. Но у меня другое бывает. Что у тебя бывает? Так, ты не больной. Просто у тебя есть особенности. И это не значит, что они плохие. Нам с тобой понять нужно, что это такое. Я как будто дом. И в меня кто-то пытается войти снаружи. Я держу дверь, а он ломится. А иногда сил не хватает. И тогда он входит. А ты его знаешь? Кто он? Нет. Я ничего не помню. А что, если тебе попробовать не держать дверь, а просто впустить его в себя? Посмотрим, что будет. Но ты не бойся. Если что-то пойдет не так, или ты что-то плохое будешь делать, я тебя остановлю. Thank you.
Дорого стало на ярмарке в Нижнем. Торговое место дороже самого товара. А дорога туда-обратно. А накладные расходы. Овчинка выделки не стоит. Вы кто? Арина Михайловна, вы узнали покойного? Нет, я его не знал. А убиваетесь как по близкому человеку? Я просто испугалась. Вы сказали, что какой-то мальчик указал вам на это место. А что за мальчик? Не знаю, ходит за мной по пятам. Какой-то странный мальчик. Иногда пытается заговорить. Говорит тоже странно. То есть незнакомый странный мальчик велел вам прийти сюда во враг, и вы покорно пошли? Да, я понимаю, что это глупо, но мне показалось, я должна это увидеть. Почему же вам так показалось? Что он сказал? Сказал, что там его тело. Его тело? Что он имел в виду? Я не знаю. Хорошо, вы идите домой, а позже я с вами поговорю. Проводи свидетельницу домой. Да, и если увидишь по дороге домой или возле ее дома мальчика, который будет наблюдать за вами или пытаться заговорить, задержи его и ко мне. Слушаюсь. Яков Платоныч. Вот, лежала у него в кармане. Жаль, позолота сошла. Разобрать ничего невозможно. На ярмарке в Москве я свою партию попридержал. Мне стало известно от Харитоненко, что товар из Воронежа не успеет прийти. И вот, когда все остались ни с чем, я начал продавать свой сахар. Почти 1000 рублей сверху получил. Так вы купец. Ну все, хватит. Я, конечно, просила вас помочь, но ведь вы не помогаете, вы только хуже делаете. Вы не видите, что он бредит? А вы вместо того, чтобы остановить его, слушаете и поддакиваете. Егор, сынок, очнись. Ну какой купец, какой сахар? Дамочка, вы чего? Послушайте, как я могу ему помочь, если я его даже не выслушаю? Не нужна нам такая помощь. Прошу вас уйти. Яков Платоныч, вам письмо посыльный принес. Дорогой Яков, надеюсь, несмотря на наши разногласия, тебя обрадует известие о том, что я теперь тоже жительница этого благословенного города. Твоя преданность ему так впечатлила меня, что я тоже решила сюда перебраться. А если всерьез, то я и спросила при дворе отпуск, чтобы поправить нервы на ваших знаменитых Затонских водах. Остановилась в гостинице. Буду рад в любое время. Твоя Энн. Доктор сказал, что нашему убитому было от 40 до 60 лет. Я решил поднять архивы и проверить всех пропавших в прошлом году. Вы учтите, что кроме возраста он еще и при деньгах был, судя по костюму. В таком случае один московский артист, Андроник Сапфиров, год назад они приезжали с гастролями в Затонск. Представление, надо сказать, было прескверное. Вот. Но Андроник пропал после этого и в Москву не вернулся. Поговаривают, что он бегает от кредиторов, но кто
Кто знает? Думаете, такая медаль могла быть у артиста? Такая медаль могла быть у кого угодно. Это ведь не государственная награда, это так, безделушка. Нам в гимназии такие давали. Я получал часто за особые успехи. Вряд ли зрелый мужчина будет носить с собой гимназические награды. За какие другие заслуги могли наградить такую медалью? Первое место на какой-нибудь выставке. Ну, на выставке молочных поросят. Шутник мой, Антон Андреевич. А благотворительность. В вашем списке есть кто-нибудь, кто занимался благотворительностью? Разве что один купец, Епифанов, пропал прошлым летом до вашего приезда. Его жена и дочь сразу обратились в полицию, но никаких успехов в поиске не принесли. Вызывайте их на опознание. Жена умерла год назад. Ну так дочь пригласите. Осторожнее, захлебнется ведь! Как доктор сказал, так я и делаю. Не надо! Я не сумасшедший! Я тебе... Это я виновата! Привела сюда барышню, она его накрутила. Ты, мол, не душевно больной, а особенный. Какая еще барышня? Анной зовут, она вроде как с духами разговаривает. Этого нам еще не хватало. Господи, да я так напугалась, кому угодно была готова бежать. Вы еще денег ей дала? Нет, денег она не просила. Вроде как всерьез нам это верит. Еще раз появится, на порог не пускай. Удивительно, мне кого ты в дом тащишь. Иди к себе, особенный. Да, это он. Его одежда. Это он. Нам нужно будет соблюсти некоторые формальности, но для этого нужно проехать в управление. Хладнокровная особа. И, похоже, она совсем не убита горем. Антон Андреевич составит протокол опознания. Вы ознакомитесь и подпишите. Я не могу представить, кто мог убить батюшку. У него не было врагов. Бывает, некоторые наживаются и ничем не брезгуют, но он таким не был. Его все уважали. А в семье? Я Бога каждый день благодарила за такого батюшку. С матушкой не все было хорошо. Тело вашего отца было найдено в Слободке на окраине города. Как он там мог оказаться? Я не знаю. Ну, может, знакомые ваши какие там прорывали? Знать не знаю таких знакомых. А как нашли тело батюшки? Кто? А среди ваших знакомых нет ли подростка, ну, со странными манерами? Откуда бы у меня в знакомых подросток? Ну, мальчик лет 12-14... Возможно, работал на вашего отца незадолго до гибели. Посыльный, разнорабочий, как вы. Не припомню такого. Так вы мне не сказали, кто нашел батюшку. Узнайте в свой черед. Надежда Кирилловна, будьте любезны, подпишите протокол. Ознакомьтесь и подпишите, если нет никаких возражений. Так я же дочь его. Почему вы мне не хотите сказать? В интересах следствия. Да, кстати, София Васильевна приглашает нас к себе на именины. Ты как, друг мой, сможешь вырваться на несколько дней?
Филимонова-то? Да с удовольствием. Прекрасно. А можно я не поеду? Анна? Ну, пожалуйста. Анна? А что такого? Я же не одна остаюсь, а с дядей. Он присмотрит за мной. Если вы с дядей останетесь вдвоем, вы превратите наш дом в спиритический салон. А если Петр Иванович останется в одиночестве, он превратит наш дом в казино. Признайся, ты не хочешь ехать в Филимонова, потому что стыдишься той шалости. Ну, не стыдись, фантазерка. Вовсе нет. Почему эта девочка, интересно, должна стыдиться? Это ведь вы выставили ее лгуньей. Я не сказала лгуньей. Я сказала фантазерка. И потом, что я должна была сказать, когда Анечка уверяла все Филимонову, что он разговаривал с умершей бабушкой? Так бы то ни было. Но пропавшее ожерелье мадам Весниной она нашла именно благодаря указаниям умершей бабушки. Насколько я помню, это было первое проявление ее дара. Дара? Да. У Анечки только один был дар в детстве. Стоит неловкое положение ее мать. А, может, поговорим о чем-нибудь другом? Ну, если ни у кого нет темы для разговора. Пап, а вам что-нибудь известно об убийстве купца? Прекрасно. Удачная тема для разговора. Анюта, тело купца Епифанова найдено только вчера. А ты уже по своему обыкновению ведешь следствие. Да какое там следствие? Я просто вот от Прасковьи слышала. А, ну так купец Епифанов пропал около года назад. Тело его найдено было во враге возле Слободки. Опознание уже проведено. Нет, это невозможно. Любопытно все-таки, как такой респектабельный господин мог оказаться во враге. Да, и что он вообще делал на окраине города? Может быть, его убили в другом месте, а потом спрятали в этом овраге? Вариантов много. Могли и в речку бросить. Это было бы и проще. Вот что, Антон Андреевич, вы прогуляйтесь в Слободку, опросите жителей. Может, кто расскажет про этого Епифанова? Думаете, кто-то помнит? Год прошел. Ну, если у Епифанова был там интерес в этих краях, и он регулярно туда наведывался, кто-нибудь да вспомнит. Согласен. Хорошо. Прошу всех, кого смогу. Анна Викторовна, я... Добрый день. Позвольте. Спасибо. Я знаю, что вы расследуете дело об убийстве купца Епифанова. Так вот, я познакомилась с подростком, который периодически считает себя этим человеком. Причем такие вещи говорит, которые только сам Епифанов мог знать. Не тот ли это мальчик, о котором рассказывала свидетельница? Возможно. А как его зовут? Егор Фомин. Вот что, Антон Андреевич, вызовите сегодня научную ставку этого Егора и... Арину. Да. Арину? А кто это? Яков Платонович, добрый день. Ну, полноте, Яков Платонович. Ну, не пора ли нам уже забыть это недоразумение и дело прошлое? Если вы имеете в виду дуэль, то дело действительно кончено. Здесь и говорить не о чем. Позвольте в таком случае в знак полного и окончательного примирения пожать вашу руку. Ярко. Мы же в одном городе живем. Не странно ли нам уже не замечать друг друга? Буду ждать вас во всякое время. Благодарю, но знаете... Я знаю. Вы очень занят. И тем не менее, заходите запросто. Я принимаю по четвергам. Понимаете, собирается небольшое общество, все свои. Кстати, бывает и ваш полицмейстер. Так что
Заходите. Большой сундук в этот угол. Чемоданы и коробки в спальню. Якоб. Здравствуй. День добрый, Нина Аркадьевна. Вот мои покои. Всего две комнаты. Но мне больше и не нужно. Я подумала, что в гостинице будет лучше всего. Дом мне пока не по карману, а селиться на квартире как-то вульгарно. Ну, что ты такой серьезный? Ты не рад, что я поживу с тобой в твоем городе? А напротив, пришел поинтересоваться, не нужно ли чего. Не беспокоит ли кто? Ой, это очень приятно, что нас полиция интересуется, как устроились гости города. Благодарю, не жалуюсь. А ты знаешь, впрочем, за мной кто-то ходит. Два каких-то господина следуют попеременно за мной по улицам. И одного из них я видела в Петербурге, в твоем обществе. Странно. Мои знакомые здесь, в Затонске. Я разберусь. Будь любезен. Надолго ли к нам? Пока на полгода. Дальше посмотрим. Жизнь при дворе так вредна для здоровья. Истощает нервы. А ты не пил местные воды? Да нет, как-то пока в голову не приходило. Напрасно. Их целебные свойства известны по всей России. Ну что ж, отдыхайте, не буду задерживать. Позвольте откланяться. Ну к чему этот официальный тон? Мы же теперь соседи. Город маленький. Давай будем дружить. Удивительно, но сегодня я уже слышал эти слова. Всего доброго. По чашечке кофе? Спасибо, дела. До скорого. Да, припоминаю, да. Я получил ее от комитета дам благотворительниц. Я снял помещение для вечера в пользу сирот и взял на себя кое-какие мелкие расходы. В сущности, пустяки. Не о чем говорить. Да замолчи ты, шут гороховый! Господа, это болезнь его говорит, это не он сам. По крайней мере, он неплохо вжился в роль. Значит, вы отрицаете какие-либо отношения с господином Епифановым? Мы от Егора впервые это имя услышали. У вас ведь мастерская, а Епифанов много торговал, и лесопилка у него была. Уверены, что у вас не было с ним никаких дел? Конечно. Я еще способен помнить своих заказчиков. Егор вам помогает? Да какой из него помощник? Посмотрите на него, ваше благородие. Я понимаю, что это ваш долг все выяснить. Но, право, вы потратите мое время. Я никогда не был знаком с этими людьми. С этими людьми? Значит, такое поведение не свойственно вашему сыну? Да приступ у него. Были бы мы дома, я бы его сейчас в воду окунул, и все бы прошло. Все бы прошло? Вы хотите прямо здесь? Ну, а почему же нет? Сурина, прошу вас зайти. Пошли. А Егора ждать не будем? Некогда мне. Сам придет. Здравствуйте. Ну как все прошло? Вы, барышня, не лезли бы в наши дела. Уж извините. Да, родители хамы. Мальчишку жалко. Да, это тот самый мальчик, который показал мне, где лежит тело.
Это правда, Егор? Не помню. А откуда же ты узнал, что тело находится во овраге? Не знаю. А почему же ты решил обратиться к Арине Михайловне? Не знаю. Как ты познакомился с этой женщиной? Нельзя сказать, чтобы он со мной познакомился. Просто время от времени я вижу его возле своего дома. А иногда он ходит за мной по пятам по улицам. Это правда, Егор? Раньше он был поразговорчивее. Мальчишки раздвоение личности? Что-то в этом роде? Кажется. Как он себя назвал? Кириллом Артемьевичем? Забыл представиться. Сурин Евгений Владимирович. Ну, что там? Пойдем домой скорее. Ты как? Твои родители ушли, я тебя провожу домой. Только подожди меня минутку, мне нужно с господином Штольманом переговорить. Да? Что Егор был знаком с Епифановым, я практически уверен. Только как его разговорить? Яков Платоныч, ну вот вы человек здравомыслящий. Но неужели вы будете строить ваше следствие на показаниях Егора, а? Но вы же видели его блуждающий взгляд, как быстро он переходит в состояние возбуждения к апатии. Уверяю вас, это не спектакль. Это болезнь. Это серьезная душевная болезнь. Плохо. Егор необходим нам как свидетель. Возможно, он был свидетелем убийства. Иначе как бы он нашел тело? Я вполне допускаю это. Возможно, и был свидетелем убийства. Знаете, сцена убийства настолько его потрясла, что он просто-напросто мог обо всем забыть. Знаете, наш мозг, защищаясь, вытесняет пережитые ужасы. Ну, вспомните, как он ушел в себя, когда вы спросили его о найденном теле. Ну, может быть, можно как-то вернуть память мальчику? Ну, можно попробовать гипноз, но да. Где гарантия, что к нему вернулась память, а? А может быть, это все его фантазия. Знаете ли, в такой серьезной душевной надломленности очень трудно отличить, где фантазия, а где реалия. И, уверяю вас, следствие может пойти не в ту сторону. Доктор, но ведь он же абсолютно здоров. Он просто... Простите. Я правильно понимаю, что вы хотите сказать мне и Якову Платоновичу, что здоровый подросток будет считать себя покойным купцом Епифановым? У Анны Викторовны всегда свои теории, так что я догадываюсь, что сейчас она скажет, что дух Епифанова вселился в подростка. Не хотите верить. Ну, не верьте. Как тебя вообще угораздило пойти в тот овраг? Мальчик сказал, что там тело. Что я должна была делать? Отправила полицию. Ну, а если бы они там ничего не нашли? Я бы выглядела дурой. Это просто опасно. Ходить одной в безлюдное место. Тебя туда отправил сумасшедший. Кто знает, что было у него в голове? Ну, ладно, теперь пойдем. Егор, почему ты действительно за Ариной ходишь? Не знаю, тянет. Бывает, остановлюсь, он приходит. И ничего не помню. И вижу, что стою около ее дома.
А может быть, она Епифанову нравилась? Или она тебе нравится? Я не знаю. Ясно. Ладно, давай еще раз попробуем. Ты снова перестанешь держать дверь и впустишь его в себя. Только я на этот раз не буду разговаривать с ним. Я просто посмотрю со стороны. Да? То была надежда, что батюшка вернется. Теперь все. Надеяться больше не на что. Приветствую, почтенное собрание. Прасковья Федоровна, здравствуйте. Как поживаете? Евдокия Сергеевна, мое почтение. Наденька. Мальчик, тебе чего? Какой я тебе мальчик, дочь? Пьешь тут без меня, что ли? Я? Ты кто? Не признаешь? Забыла? Так я и думал. Я вот и пришел проведать, вправду ли ты меня оплакиваешь, Надежда? Или все притворство одно? Ты кто такой? Убирайся. Ну-ну, полегче. В моем доме живешь. Мой капитал проедаешь. Все тут мое. А ты не злобствуй. Просто постарайся понять. Твоя мать болела, я ее жалел. Но я ведь вовсе не старущий был. Всякому ласки хочется. Простите, Бога ради. Простите, братишка мой. Он у нас просто с помутнениями. Как вы вошли? Кто вы такие? Мы все, уходим. Он ведь не со зла. Я городового позову! Простите, правда, мы уходим, уходим. Кирилл Артемович, я же вас зову. Почему же вы ко мне не являетесь? Мне так удобнее. Вот он я, чего вам еще? А дочь ваша, она зла на вас? Почему, Кирилл Артемович? Даже не пытайтесь, барышня. Все равно не скажу. Дело это давнее, да к тому же наше, семейное. Чему вам знать? Боже мой. Егор. Все. Как ты? Нормально. Ну что? Ну, по крайней мере, мы выяснили, что Епифанов домой ходит, а не Карине Сорина. Ну, то есть получается, что Карине ты сам ходишь. Ну что, ладно. Дальше сам. Тебе же здесь недалеко. Я просто не хочу твоих родителей своим появлением смущать. Рассердиться. Да.
Егор, иди сюда. Ну не бойся, не съем тебя. Что ты все ходишь вокруг? Давай поговорим. Давай? Я сейчас выйду, прогуляемся с тобой, да? Ну, пошли. Куда пойдем? Пошли туда. Ну что, и давно ты за мной ходишь? А чего уши такие красные? Видимо, давно. Чего такой пугливый? Когда ко мне в тот раз подходил, совсем другой был. Взрослый. Я ничего не помню. Не помнишь, что делаешь, когда на тебя это находит? Совсем не помню. А если я попрошу тебя, ты постараешься вспомнить? Да я для вас все, что угодно сделаю. Но это не смогу. Не получится. А ты правда считаешь, что ты Епифанов? Сейчас нет. Но иногда он приходит. Я понимаю, вы можете мне не поверить, но это правда. Нет, я тебе верю. Но все же ты совсем ничего не помнишь о нем? Нет, ничего. Но Анна мне пересказывает, что я говорю, когда я Епифанов. А про то, как он умер, тебе что-нибудь известно? Тоже ничего. Но Анна мне говорит, что я могу стать нормальным и все вспомнить. А Епифанов приходит только в присутствии этой девушки? Когда как. А хочешь, мы будем с тобой встречаться? Будем с тобой по парку гулять. А если Епифанов захочет с нами вместе прогуляться, то ты не сопротивляйся. Мне поговорить с ним нужно, ты понимаешь? Да. Я для вас все сделаю. Ну, вот и хорошо. Я дам тебе знать, когда мы увидимся в следующий раз. Вы что же думаете, что у меня на дому притон был какой? Ну что вы, мы ничего такого не думаем. Но соседи говорили, что некий солидный господин захаживал к вашей жилице. Господь с вами. Да если бы я узнала, я бы выселила ее тут же. Да полно вам. В одном доме и не видели. Я вам устал повторять. Вас никто ни в чем не обвиняет. Нас интересует исключительно ваша бывшая жилица. Да, был грех. Солидный господин хорошие деньги дал, чтобы я поселила полюбовницу его. Угу. Купец Епифанов. Так? Он самый. А ее звали Арина, верно? Ну да. Давно она от вас съехала? Да год уже прошел. Помолвлена или замужем она была? Вроде одинокой была. Дорога к вашему дому проходит через овраг. И как же он к вам приезжал? Так он экипаж на той стороне оставлял, а сам мимо оврага, пешочком. Ah!
хоть что-нибудь ты помнишь? Как ты оказался у дома Анны Викторовны? Шел. Не помню. Он был еще Епифановым, когда в окно стучал. Кстати, рана явно ножевая. Кто на тебя напал? Рост, одежда, возраст? Хлорал. Что хлорал? Запах хлорала. Мне его раньше дома давали, когда у меня были приступы. Хлорал, Яков Платонович, это такое сильно действующее снотворное. Кстати, часто используется как обезболивающее. Антон Андреевич, Егора домой проводите. И откроем дверь. Как жаль, что Егор самого главного не помнит. На самом деле он рассказал нам немало. По его словам, на него напали в конюшенном переулке. Да это он себя пришел в конюшенном переулке. А где напали на него, мы не можем знать. Ну, скорее всего, в окрестностях конюшенного и напали. А к вашему сведению, там проживает Арина Сурина. А я тоже сразу почувствовала, что эта женщина здесь замешана как-то. Больше, чем вы думаете. Перед тем, как стать мадам Суриной, юная курсистка Арина была содержанкой Епифанова. Она сразу Епифанова узнала. Но почему-то решила об этом молчать. Епифанов снимал ей домик в Слободке. Частенько ее посещал, а приходил пешком через овраг. Там его смерть и настигла. Егора смерть чуть не настигла. И тоже возле дома Арины. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Я тебя иду искать. Говорят, твой отец хороший мастер. Да, любую машину может собрать, хоть паровую. А ты что, стало быть, не хочешь быть мастером? Мне не получается. Не получается. Надо меньше по ночам бродить, больше отцу помогать. Тогда все получится. Стой-ка. Кто это там с твоим отцом? Я не знаю. Иди сюда. Раньше видел его? Нет, не видел. Так, ты давай домой. Скажешь, что задержали в полиции, давай показания, чтобы не ругали. Береги себя. Он свернул за угол и исчез, будто сквозь землю провалился. Как обычно. Да, Яков Платоныч, я искал его там везде. А там, знаете, хоть обыщись, швах. Да вы сами говорили, что если встретишь француза, не преследовать. Правильно сделали, Антон Андреевич. Так что, он разговаривал с Фоминым? Да, они что-то обсуждали. Доброе утро. Не прерывайте труда, не беспокойтесь, мы к вам. Доброе утро, господа. Я не ожидала визитов так рано. Вы уж простите, служба. Да, у вас тут целое производство на дому. Да, снимать отдельное помещение слишком дорого. Редкая хозяйка сама работает в своей мастерской. Я считаю моральным использовать наемный труд, а самой сидеть сложа руки. Похвально. А супруг ваш, он, вероятно, другого мнения. Наверное, спит еще? Нет, он тоже работает. Он коми-вояжер и распространяет наш товар, а также ведет бухгалтерию. Он пошел на вокзал за билетами. Он вам нужен?
Нет, нам нужны вы. Да, мы с Кириллом Артемьевичем были близки. Я должна была вам сразу об этом сказать, но я не смогла. Почему? Подумайте сами, у меня муж. Как я могла допустить, чтобы он узнал? Так он что, ничего не знает? Нет. Я любила Кирилла Артемьевича. Для нас обоих было трагедией, что мы не можем вступить в законный брак. Ведь у него уже была семья. Как же при такой любви вы решились выйти замуж за другого человека? Я решила, что Кирилл Артемьевич бросил меня. Он перестал отвечать на мои письма, он не приходил. Я решила навести справки. Узнала, что он пропал. Конечно, я в это не поверила. Как такой человек может пропасть? Господи, если бы я только знала, что с ним случилось на самом деле. Я даже в страшном сне не могла себе представить, что его могут убить. Когда вы познакомились со своим мужем, с Суриным? Осенью, в октябре. Это до или после исчезновения из вашей жизни Епифанова? После. Я осталась совершенно одна, мне некуда было деться, и я приняла предложение Сурина. Он тоже очень хороший человек. Там, во враге, вы же сразу опознали останки Епифанова. Да. Может, ваши показания насчет Егоров имена тоже изменятся? Что вы имеете в виду? Может быть, пора признаться, что Егор вам знаком гораздо лучше, чем вы нас здесь уверяете. Я вам сказала правду. Этого человека я не знаю вовсе. Вы знаете, что сегодня ночью, недалеко от вашего дома, на Егора напали? Господи, нет, конечно. Откуда я могла это знать? А где вы находились? Вчера с 10 до 11 вечера. Здесь, в мастерской. Мы получили большой заказ. Кто-то из ваших работниц может это подтвердить? Нет, было поздно, я их отпустила. Ну, а кто тогда может подтвердить это алиби? Мой муж, он был дома. Здесь, рядом с вами, в мастерской? Нет. Я была в мастерской, он был дома. Ну, тогда, боюсь, это свидетельство ненадежно. Если она организовала убийство Епифанова, тогда зачем она пошла в полицию? Зачем показала труп? В ее интересах наоборот, чтобы его никогда не нашли. Тело нашел Егор и мог рассказать об этом кому угодно. При таких обстоятельствах выгодно бежать в полицию впереди всех и все рассказать. Вот таким образом Арина и могла вывести себя из числа подозреваемых, ну хотя бы на время. Я только не понимаю, зачем? Мотив – деньги. Да нет, деньги у нее были, пока она жила с Епифановым. Вот когда он исчез, у нее и начались непростые времена. Да. Что, если Епифанов пообещал ей упомянуть в своем завещании? Но обещание своего не выполнил, а узнала она об этом только тогда, когда дело уже было сделано. Может быть. Яков Платоныч, вы куда? Я к родителям Егора, вы меня не ждите, увидимся в управлении. Ага. Как же вы не знали, что Егора дома не было? Так он кровать свою так заправил, ну, будто кто-то под одеялом лежит. Ну, мать глянула, подумала, он тихо вошел, он так делает. Ну да, понятно. Нет, ну теперь-то мы его будем стеречь, конечно. И я позабочусь, чтобы никто не пудрил ему мозги. А теперь у меня к вам вопрос служебного порядка. Слушаю внимательно. А вы же механик. Точно так. По каким машинам? По любым. От швейных до паровых. Это хорошо. К вам сегодня приходил заказчик, иностранец с бородкой. Вы откуда знаете? Я полицейский, нам все известно. Вы что-то делаете для военного ведомства? Не велено об этом говорить. А иностранцу можно? Не говорил. Ничего. Он спрашивал, я не сказал. Слушай, я не понимаю, что... Он что, шпион?
Да нет. Из жандармов, он из наших. Проверяет, как государственная тайна хранится. Ох, я молчал. Ну вот и молчите, если опять появится. Так что такие дела. Все будет хорошо. Спасибо вам большое. Примите с благодарностью. Ой, ну что вы так сразу-то? Ну... Я вас провожу. Вы только держитесь. Ваше дело будет заниматься лучший сыщик. Что вам? Что все будет хорошо. Да, горе какое, а? Горе. Горе. Синяльников! Тебе что, служба твоя не нравится? Или, может быть, жалование недостаточное? Никак нет, всем премного доволен. Так. А чего ж ты, негодяй? А что ж ты взятки гребешь? Ой, прямо в управлении. Виноват, ваше благородие. Дамочка отблагодарить хотела. Я ей нет, не надо, она все равно сунула. Я ей подумал, ладно, церкву отдам. За что благодарила? Да я из оврага доставал костяк этого купца. Ну, она узнала об этом и спрашивала, кто нашел. И ты сказал? Ну, отчего? Она дочка купца, понятно, переживает и все знать хочет. Виноват, ваше благородие. Ответишь за это. Наша дочь больше не придет к вашему сыну. Ольга. Просковья, проводи. А что случилось? Это я у тебя хочу спросить, что случилось. Явился какой-то господин и обвиняет тебя в том, что ты сводишь с ума его сына. Он утверждает, что из-за тебя его, то есть его сына, чуть не убили. Это вздор. Я здесь ни при чем. Я так и думала. Это было бы слишком даже для тебя. Но этот господин потребовал. Ты меня слышишь, Анна? Он потребовал, чтобы ты оставила его семью в покое. А мне мальчика жалко. Они его мучают. Они его лечат. А он не больной. Но и нездоровый. Насколько я понял из рассказа нашего посетителя, ты пыталась приобщить его сына к спиритизму? Он и без меня приобщился. Мне просто мальчика жалко. Ему поговорить не с кем, совета не у кого спросить. Я себя в его возрасте вспоминаю. Если бы не дядя, я бы себя очень одиноко чувствовала и несчастной. Да как ты смеешь такое говорить? У тебя было счастливое детство, и мы с отцом делали все, чтобы тебе было хорошо. Ну, справедливости ради надо сказать, что тонким натурам требуется чувство родства с теми, кто их понимает. Я надеюсь, что у нашей дочери гораздо больше внутреннего родства с нами, нежели со всеми спиритами этого мира, даже если она сама этого не сознает. Пустили француза? Никак нет. Как нет? Вчера он приходил к механику Фомину, который, судя по всему, работает на полигоне. Точно так, все под наблюдением. Я вчера его и вашего карабинника с этим парнишкой видел. Доложить только не успели. Почему не успели? Так работает Фомин на полигоне? Работает. Там что-то строит в строгой секретности. И уже 2 недели как появился какой-то англичанин. Не то инженер, не то ученый живет за городом в особняке под охраной военных и каждый день ездит на полигон. Как зовут англичанина? Неизвестно. Чем занимается? Это пока не установлено. Плохо. Смотрите за французом, а то он вас опережает, наши. А сами держитесь в тени, а то даже госпожа Нежинская вас раскусила. Да это не она, это француз. Это он вас приметил. У него-то глаз наметанный. Что-то их интересует на этом полигоне.
И узнайте, кто такой этот новый англичанин. Слушаюсь. Трубы. Яков Платоныч, Надежда Епифанова взяла в оборот нашего унтера Синельникова и выяснила, кто обнаружил тело. Как? 10 рублей нынче стоит тайна следствия. Синельников рассказал про Арину Сурину? Увы. Рапорт. Потрудитесь написать. Непременно-с. Господин Стольман! Моя фамилия Сурин. Сегодня вы имели беседу с моей женой. И я хотел бы кое-что добавить к ее показаниям. В кабинет пройдемте. Вам уже известно о связи Арины с Епифановым. Но она заверила вас, что я ничего не знал об этом. Да, она сказала нам, что вы появились в ее жизни уже после исчезновения Епифанова. Этого я и боялся. Это неправда, господин Штольман. Надеюсь, Арина не сильно навредила себе, солгав вам. Не понимаю. Вы должны ее понять. Она стыдится своего прошлого и отрекается от него. Выйдя за меня, она рассчитывала начать жизнь с чистого листа. И только поэтому она умолчала о некоторых обстоятельствах. Хорошо. Так что вы хотели добавить к ее показаниям? Что мы с Ариной были жених и невеста, когда она связалась с Епифановым. Втайне от вас? Ну что вы! Арина честная, принципиальная девушка. А она все мне рассказала и попросила прощения. А вы? Я умолял ее не совершать этой ошибки. Но поймите, мы были так бедны, и тут Епифанов со своими деньжищами. Так вы расстались? Да. Но я всегда оставался рядом, как друг. Я был уверен, что эта постыдная история скоро закончится, и Арина вернется ко мне. А вот Арина Михайловна уверяла, что любила Епифанова. Но это вздор! Посудите сами. Вы садитесь, садитесь. Он в отцы ей годился. Какая может быть тут любовь? И потом, ну какая девушка скажет вам прямо, я продавалась за деньги? Где вы были вчера в 11 часов вечера? Дома. Занимался медицинскими процедурами. Делал ванночки для рук из камфорного масла. В это время года меня сильно беспокоит ревматизм. Я... Дома одни были? Да. Арина в это время была в мастерской. Что творится в этом доме? Твой отец вызвал меня на разговор по душам. Все допытывался. Угу. Как, по моему мнению, счастлива ли ты? Так. В силе условия. В силе условия созданы, как-то он выразился, для твоей полноценной жизни. Вот. И что ты ответил? Что я мог ответить? Я его заверил в том, что он идеальный отец. Дядя! Что? Тихо. Ну ты что, не мог воспользоваться моментом и сказать ему, что мне хотя бы, ну хоть чуточку больше свободы нужно? Дитя мое, у тебя свободы больше, чем у любой другой барышни в Затонске. Будь уж справедливой к своим родителям.
покойница! Ой, убили! Убили! Люди! 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 Убили! 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 Чего орешь среди ночи? Женщину убили. Там лежит. Ты пил, что ли? Вот вам крестом клянусь. Ни капельки. Беги в полицию. Быстро. Барышня, не трожьте! Барышня, не трожьте! Положение мертвого тела менять воспрещается. Это если оно мертвое. А если живая еще? Уйдите отсюда. Это хозяйка моя. Сударыня, будьте так любезны. Да, остывает уже. Ступай за начальством. Так ведь за забором бедняжку убили. Я-то при чем? Вы что, хотите сказать, что вы не знали убитую? Глаза ее не видела. Как же? Вы 10 рублей заплатили, чтобы установить личность. Так это была та женщина, что обнаружила тело батюшки? Вы по-прежнему утверждаете, что не знакомы с ней? Я знаю только ее имя. Арина. Сурина ведь, да? Что вы делали в тот момент, когда Федор прибежал к вам с сообщением об убийстве? Я была у себя. Потом услышала, как кричит Федор. И выбежала во двор. Спать ложиться даже не собирались? Не спится мне. Снотворное не пробовали? Хлорал принимаю. Не помогает. Ваше благородие, дозвольте. Вы отправляли мужа убитой известить. Но его нет дома. 10 часов. Интересно. Утром жду в управлении. Сурина, поехали. Идите в дом. Зябко. Сурин, откройте! Антон Андреевич, вскрывайте дверь. Платоныч, посмотрите. Похоже, пытались отстирать, да не успели. Это мужская рубаха. Думаете, Сурин убил свою жену и сбежал? А почему? Почему он не ночует дома, по-вашему? Хлорал ли, мне кажется? Определенно. Что здесь происходит? Господин Сурин, где вы были? Я был в Ярославле. Да что случилось-то, господа? Ваша жена убита. Как? Мне очень жаль. Я был в Ярославле по коми-воежорским делам. Воротнички продавал. Вернулся с 6-часовым поездом. Вот билет. Маме всегда нужны доказательства. Где она? Я могу ее видеть? Да, конечно.
Но позвольте сначала несколько вопросов. Ну, спрашивайте, я спокоен. Совершенно спокоен. Я отвечу. Да. Это ваша рубашка? Моя. Вас интересует, откуда кровь? Перед отъездом я брился, опаздывал на поезд, порезался. Арина тогда еще рассердилась, сказала, что кровь не отстирывается. Боже мой, нашими последними словами друг другу были глупейшие препирательства из-за рубашки. Кто-то в Ярославле может подтвердить, что вы там были? Да, да, конечно. Я ездил по делам. Могу назвать магазины, в которых был с товаром. Если не сложно. Анна Викторовна, какая приятная встреча. Добрый день. Мы с вами соседи, однако не часто встречаемся. Вы совсем не бываете в обществе. Я не веду светскую жизнь. Да, это скучно. Полагаю, что ваши повседневные занятия, они гораздо интереснее. Мне лестно, что вы так думаете. Всего доброго. Анна, я давно хотел сказать вам, у вас, видимо, сложилось превратное впечатление обо мне после той странной истории с тетрадью. Ну что вы? Уверяю вас, это была какая-то цепь нелепейших обстоятельств. Я по-прежнему горячий поклонник вашего таланта, и мне хотелось бы поближе познакомиться с ним. Вы можете устроить несколько сеансов специально для меня? Я прошу прощения, я в последнее время почти не практикую. Прошу вас, не отказывайте мне. Уверяю, это будет уникальный спиритический опыт и для вас тоже. Пожалуйста. Что же это вы нам солгали, когда заверили нас, что между погибшей Ариной Суриной и вами нет никакой связи? Накануне ее гибели вы написали ей письмо. Что, так и будем молчать? Хорошо. Посидите в камере, подумайте. Антон Андреевич, позови дежурного. Да! Я писала ей. Это правда. Но мы никогда с ней не виделись. Вот вам крест. Я как раз хотела с ней познакомиться. Поэтому и пригласила ее зайти вечером. Зачем же вам с ней знакомиться? Я же говорила вам давеча. Она нашла тело батюшки. И что, вы хотели с ней об этом поговорить? И о чем же еще? Например, о ее любовных отношениях с вашим отцом. Что? Побойтесь Бога. Не правда это? Да вы не хуже меня, это знаете. Сплетни все. У нас есть свидетельские показания, согласно которым ваши отношения с отцом в последний год жизни резко ухудшились. Почему? В семье всякое бывает. То поссоримся. То помиримся. Да нет, все гораздо проще. У вашего отца появилась другая женщина. Молодая женщина.
что приносило страдания вашей матери. Вы переживали и были оскорблены за нее. К тому же у вашей матери было слабое здоровье. И она могла покинуть этот мир в любой момент. И что тогда? Мачеха моложе вас. Братья и сестры, претендующие на наследство. Вот такая перспектива. Нет, не было этого. Вот тогда вы и возненавидели отца. Да разве могла я отца возненавидеть? Бог его простит. А я? Так вы? Вы что, думаете, что это я, батюшку? Кстати, на Егора тоже покушались. После того, как он побывал у вас. Опять же, с помощью ножа. От ножа была убита и Арина Сурина. Но это не я. Я Христом Богом клянусь. Вас застали, когда вы шарили у нее в карманах. Зачем вы вытащили письмо с приглашением на встречу? Я не хотела, чтобы его нашли. Тогда бы вы сразу подумали на меня. Вы и так подумали на меня. Какая я дура. Я дура. Но я не убивала ее. Передайте доктору Милце, пусть проверит и в архив. Яков Платонович! Яков Платонович! Арина умерла. Уже знаете? И вы уже знаете. Как это случилось? Убита ножом возле дома Епифанова. Вы считаете, это она ее? Возможно, но пока прямых улик нет. Ну, то есть сначала убила отца, а теперь убивает свидетелей? Нет. Пока это только версия. Я себе даже представить не могу, как женщина может убить ножом. Надежда девушка крепкая и нервы у нее остальные, хотя мне кажется, она не убивала. Почему? В момент убийства она находилась в доме. Когда узнала о происшедшем, то выбежала на место преступления и вытащила у Арины свое письмо из кармана. Если бы она убивала сама, то изъяла бы эту улику сразу. А на Егора, по-вашему, кто нападал? Егор помнит запах хлорала. А мадемуазель Епифанова употребляет это зелье. Ну, то есть, Егору по-прежнему грозит опасность? Не знаю, но я уверен, что Егор – ключевой свидетель в убийстве купца. Иначе почему бы на него покушались? Убийца, кем бы он ни был, вряд ли всерьез верит в переселение душ. Яков Платонович, получается, что Егору из дома лучше не выходить. Так? Так. Ты чё это разлёгся посреди бела дня? Что, опять накатило? Уже прошло. Мы с матерью в деревню едем, бабка твоя разболелась. Запру тебя. Сиди тихо. Даст Бог, завтра увидимся. Этот Фомин работал на полигоне, ставил там паровую машину для подачи пара в некую лабораторию, которая начинает работать. Это все, что удалось узнать от него за 100 рублей. Это не рискованно так вот прямо расспрашивать его о военном объекте? Это же может донести. Я представился поставщиком, который ищет возможности продать что-то для армии, и потом он больше меня не увидит. А что этот англичанин? Его зовут Гордон Браун. Приехал 2 недели назад. Поселился в загородном доме под военной охраной. Под охраной ездит на полигон. Пока это все, что известно. Вы свободны, Жан. Мы что-то делаем неправильно. Чего мы можем добиться расспросами каких-то мелких сошек, мастеровых? Подбираться надо через верха. Подкупать и компрометировать генералов, а не фельдфебелей. Прекрасный план. А начните со Штольмана. Штольман.
Штольман знает о полигоне еще меньше нашего. То есть ничего. Но он может быть нам полезен. Его стоит привлечь на нашу сторону хотя бы для того, чтобы он не мешал. А вы влюбите его в себя снова. Что значит снова? Он мой. Он только думает, что сбежал. Тогда напомните ему об этом. У вас же есть на него что-то, какой-то там долг. Это сильная карта? Гораздо сильнее, чем вы думаете. Ну так в игру возьмите его в оборот. А вы вызовите его на дуэль? Нет. Ну что вы, эта болезнь миновала. Приступа больше не будет. Яков Платоныч. А ну, по домам не пора уже? Так я же вам давно сказал, Антон Андреевич, вы на сегодня можете быть свободны. А вы? Кто из наших подозреваемых мог употреблять хлорал? Надежда Епифанова? Больше некому. Это понятно. Ну а кто еще мог? В теории. У кого бессонница? У кого сильные боли? Ревматизм. Достаточно сильные боли? Я думаю, спать вам сегодня не придется. Вы поезжайте на станцию и раздобудьте железнодорожный табель вчерашнего дня со всеми отменами, опозданиями. Ну, в общем, всем тем, чем славятся наши железные дороги. Я понял. Вот оно что. Поезд Ярославль-Москва опоздал на 1.5 часа. Ну что, спросим Сулина, каким таким волшебным образом он оказался в Затонске раньше поезда? Прямо сейчас? Ночь на дворе, Яков Платоныч. Придется потревожить безутешного вдовца. Это он убил ее. Отпусти его! Уйди, девка, это он ее убил!
Егор, все, все, все. Стоять! Что тут происходит? Каким чудом вы здесь? Викторовна. У Сурина ложное алиби. Он сам набросился на меня в моем доме. Он ненормальный, все об этом знают. Что касается моей жены, это чудовищная ложь. Ну зачем? Зачем мне было ее убивать? Из ревности. Из ревности к мальчишке? Так вы ревновали не к мальчишке. Вы ревновали к господину Епифанову, которым этот мальчишка время от времени становился. Ты, я к Епифанову даже живому-то не ревновал. Что-то вы понимаете, плоско и пошло, господа полицейские. Арина никогда, никогда не любила Епифанова. Она связалась с ним только ради денег. Да, но она оплакивала его смерть, обнаружив тело. Пыталась разузнать про убийство, поэтому и расспрашивала Егора. Равнодушные люди себя так не ведут. Вы убили ее, потому что поняли, любила она все время не вас, Епифанова. Вам меня не запутать. Я ее не убивал. У меня алиби. Нет у вас алиби. Я был в Ярославле. В Ярославле вы действительно были, только вот вечерним поездом. Вернуться бы не успели. Ярославский поезд опоздал. В тот момент, когда вы вернулись домой, он еще был 30 верст от Затонска. То есть приехать вы могли только трехчасовым дневным. И у вас было достаточно времени, чтобы убить жену. А вот алиби вы придумали хладнокровно. Если бы у вас не было намерения убить Арину, ну, не стали бы вы закручивать такую легенду и запасаться ненужными билетами. Она начала подозревать. Мне пришлось. Но я не из ревности, господа. Так она подозревала вас не только в покушении на Егора, она подозревала вас в убийстве Епифанова. А вот это вот господин Штольман. Вам никогда не доказать. Ну почему же? Заводи! Вам знаком этот человек? Знаком. А расскажите, при каких обстоятельствах вы видели его год назад? Я шел через овраг вечером. Когда уже поднимался, то увидел, что мимо оврага идет старый господин. А этот догнал его и ударил ножом в спину. Я испугался. Спрятался в кусты и увидел, как этот толкнул того во враг и закидал его ветками. Да он же больной! Ну кто ему поверит-то? Я не больной! Тихо. Успокойся. Со мной такое больше не случается. Я знаю. Я все вспомнил. Это были вы. Вы убили того господина. И вы убили Арину. Суд примет во внимание все обстоятельства этого дела. Ой, у меня уже есть. Спасибо. Анна! Анна! Егор! Тебя что, уже родители отпускают? Отпускают. И что, Епифанов больше не приходил? Не приходил. Так это значит, что вину Сурина уже доказали. Я хочу рассказать вам по секрету. Она ко мне приходит. Мы с ней разговариваем, смеемся. Я думал, я не смогу жить без нее. А теперь она со мной. Анна Викторовна. Яков Платонович.
А что же вы не хвастаетесь? Удалось вам доказать, что Сурин убил Епифанова? К сожалению, нет. Суд не принял показания мальчика. Но по убийству Арины улик оказалось достаточно для приговора. Угу. Как там Егор? У него все будет хорошо. Я очень боялась, что гибель Арины выбьет его из колеи. Ведь он был влюблен в нее. Неужели? Прям-таки влюблен? А вы не заметили? Яков Платоныч, не умеете вы читать в человеческом сердце? Несправедливо. Кажется, в хитросплетениях отношений Епифанова, Сурина и его жены я разобрался. Умом, не сердцем. Кто здесь? Раз. Я тебя иду искать.
Публика скандирует, а он прямо так и заявляет. Электричество будет настолько дешевым, что только богатые будут жечь свечи. Великий, великий человек. Эдисон ваш кумир? Ну что? Мой кумир, добрейшая Анна, это вы? И только. Еще стремлюсь к тебе душой. И в сумраке воспоминаний еще ловлю я образ твой. Твой милый образ незабвенный, он предо мной везде, всегда. Недостижимый, неизменный, как ночью моя небезвестность. Браво. Я смешу? Ну что вы. Мне тоже нравится Тютчев. Просто мне прежде никто не читал стихов. Не верю. Ну, это правда. Дядя не в счет? Дядя? Дядя. По сути, он мой единственный друг. Анна Викторовна, вы прелесть. И загадка. Мы работаем с вами целую неделю, а я вас почти ничего не знаю. Недостижимо, неизменно, как ночью на небе звезда. Мне печально, что и видеть во мне только заказчик. Ну, вы ведь действительно... Помните. Ничто не мешает нам стать добрыми друзьями. А давайте вернемся к работе. Хорошо. У нее сломана шея. И других повреждений нет. Упала и сломала шею? Предварительно обчистив сейф. Кстати, убийца был мужчиной, причем не дюжи силы. Из чего это следует? А из того, что шея сломана одним движением. Следов взлома не обнаружено. Где постоялец? Говорят, часа два как ушли. Когда он здесь живет? Неделю-с. Что же это тут у вас любезно делается? Средь бела дня горничных убивают? Я не могу знать, как господин инженер ушли с горничной, пошла убирать. А тут убийца вскрывал сейф. Да замешкался с замком. Как зовут инженера? Эрнест Петрович Бюссе. Прибыл из Петербурга неделю назад. Отрекомендовался как инженер-технолог по электрическим машинам. Прикомандирован к штабу военного гарнизона. Когда это вы успели? Всего-навсего побеседовал с официантами. Без усов вы стали проворнее, Антон Андреевич, похвально. Теперь побеседуйте с прочей обслугой. Не мог ведь убийца в окно влететь. Он должен был пройти мимо швейцара, подняться по лестнице и пройти по коридору. Кто-то должен был его увидеть. Да, безусловно. Яков Платонович, я полагаю, что мне здесь больше делать нечего. Да, спасибо, доктор. Антон Андреевич. Прошу вас. Заходите. Как часто убирают номер? Ежедневно. Обычно господин инженер в это время уже на службе. Они обычно? Бывает, что не уезжают, работают внизу, в буфете, вместе с мадемуазель-переводчицей. Всякие журнальные статьи переводят на новые изобретения. Как зовут переводчицу? Вот этого я не могу знать. Уносите. Пропустите, это мой номер. Я здесь живу. Следователь Штольман Яков Платонович, а вы, как я понимаю, господин Буссе? Да, это так. В вашем номере произошло убийство. Спасибо, мне сообщили. Анна Викторовна, позвольте узнать, а вы как здесь? Я тексты перевожу для Эрнеста Петровича. Я прекрасно понимаю, что это мало кому доставляет из нас удовольствие. Но не нужно смотреть на меня враждебнее волка. Враждебнее змеи. Обычно в это время мы с мадемуазель Мирон работаем.
Либо здесь в буфете, либо в городе, в кофейне. Я надеюсь, не нужно объяснять, почему Анна Викторовна не может находиться с одиноким мужчиной в одном номере. И что же мадемуазель Миронова переводит для вас? Мадемуазель Миронова переводит для меня... Это технические переводы. С английского. Благодарю. И с чем же связана эта ваша работа? Что вы делаете здесь, в Затонске? Это военная тайна. То есть? Буквально. Я приглашен командованием гарнизона для выполнения определенных работ, о которых не имею права распространяться. Из сейфа пропали секретные документы? Нет, слава богу. Документы я взял с собой, чтобы над ними поработать. Вы храните там только документы? Только. Деньги всегда со мной. Кто-то еще знает о вашей секретной миссии здесь? Начальник штаба. Бог мой, какая разница? Кому нужны эти чертежи? Хоть и секретные. Я ведь выполняю чисто техническую задачу по электричеству. Больше я вам сказать ничего не могу. У кого вы здесь в подчинении? Начальника гарнизона. Простите, я... Мне надо собраться и... Анна Викторовна. Все, что произошло, это чудовищно. И я могу побыть один? Разумеется. Благодарю. Я оставлю городового в коридоре для вашей безопасности. Бедная девушка. Да. Вы давно работаете с инженером? С первого дня, как он в городе. Прогулки с ним тоже входят в ваши обязанности? Разумеется, нет. Ничего странного не заметили, может, кто следил за ним? Да мне это даже в голову не приходило. А что он за человек? Довольно приятный. С кем общается? При мне ни с кем. Мы с ним работаем часа по два, по три. А мы с вами, кажется, не виделись недели две? Да. Кажется. И вот такой повод. Да все как обычно, должен кто-то умереть, чтобы мы встретились. Яков Платоныч, не говорите, пожалуйста, так. Это грешно. Ну уж как есть. Собирался каждый день к вам зайти, но... Дела. Ну, всего доброго. Анна Викторовна? Да. Да. А инженер-то наш? Ого-го. За эту неделю его посещали 5 раз в вечернее время. И все, барышня. Кто такие? Неизвестно, но говорят, что они произвели впечатление девушек сомнительного толка. Что еще? Еще официанты заметили, что последнюю неделю в буфете засиживается господин. Он не является постояльцем отеля, берет кофе и сидит с газетой. Седая борода, легкий акцент. Именно, именно. Неужели... Именно. Сегодня он здесь был? Был, но куда и когда он отправился, никто не знает. Он здесь примелькался. Опросите всех служащих, всех до единого. Они должны что-то знать. Непременно. Никто не ускользнет. В управлении встретимся. Да.
Это я, Эрнест Петрович. Анна, вы что-то забыли? Можно я войду и все объясню? Да, конечно. Прошу. Вы не могли бы оставить меня одну здесь? Простите, я... Если бы мне удалось сосредоточиться, и я бы могла увидеть здесь что-то, ну, то, что могло бы помочь следствию. Я не очень понимаю. Вы ничего обо мне не слышали. Что я должен был услышать? Вызвали. Где вы были 2 часа назад? Франт дежурит у дома Разумовского. А я сидел напротив гостиницы. Туда вошел Жан. То есть он вошел внутрь, а вы так и остались сидеть напротив? Точно так. Он уже хорошо меня знает. А там в гостинице где скроешься? Вот я и не стал заходить. Он там каждый день кофе пьет. Кофе пьет. Вы знаете, что в этой гостинице 2 часа назад была убита горничная? Нет. Кто это сделал? Не догадываетесь? Неужели? А зачем? Кто такой инженер Буссе? Впервые слышу. Ну вот, теперь вы все знаете. На самом деле? В смысле, такое бывает? Да. Странно, что вы прежде об этом не слышали. Потому что я здесь вроде как местная достопримечательность. То есть, я правильно понимаю, что вы сейчас хотите здесь пообщаться с... убитый горничный. Да, да, именно так. На месте преступления, да еще и сразу после смерти, дух, он охотнее идет на контакт. Странный сегодня день. Ну зачем я вас нанял? Насчет инженера вы никаких указаний не давали. Не давал, потому что я сам не знал о его существовании. Вы должны были мне доложить о нем. Потому что он был объектом француза, а значит, объектом Разумовского. Виноват. Виноват. Француз сходил кофе пить в гостиницу и ни с кем в контакт не вступал, даже с Нежинской. Разумеется, не вступал. Он наблюдал, готовился, а вы прошляпили? Он вскрыл сейф инженера и убил эту горничную, которая, скорее всего, просто попалась ему под руку. А что это за инженер? А вот это и я бы хотел узнать. Куда ушел француз из гостиницы? Он не выходил. Как не выходил? Не выходил. Черт побери, а почему же вы ушли с поста? Но газета у вас была в правой руке, сигнал следовать за вами. Так я же не знал. Я прошу вас. Столько событий. Время уходит и... 15 минут, не больше. Я пойду вниз. Да. Вы потом... Да, я закрою и спущусь к вам. Вниз. Ладно. Так и не узнали, где обитает этот француз? У князя. Иногда пропадает на несколько дней, потом вновь появляется. Значит, у князя его и ждите. Берите его и везите сюда. Сюда? Держите его здесь, а я уже выясню, что с ним делать. Понял. А полиция? Я полиция. Скажи-ка, любезный, ты знаешь эту барышню? Анну Викторовну? А то как же. У нас в управлении ее все знают. Она что же, в полиции служит? Да не, что барышня в полиции служит. Она так иногда по дружбе заходит. Бывало, на посту дежурю, она: Егор Степанович, доброе утро. А сама улыбается. А правда, что она? С мертвыми разговаривает. Да. Это да. Она у нас такая необыкновенная. Да вы не бойтесь. Она же невидима какая-нибудь. Просто она такая.
Благодарю. Не за что. Что случилось с тобой? Дай хотя бы один знак. Водки. И горячей. Коробейников! Да. Берите городовых, осмотрите всю гостиницу. Обыщите все подсобные помещения, сверху донизу. Да, понял. Что искать? Французы, конечно. Хорошо. И будьте осторожны. За мной. Господин инженер, а почему вы не в номере? Я? Даже не знаю. Сейф сломан, вот сижу здесь, с портфелем. Так ведь я поставил городового дежурить возле вашего номера. Да. Но все же здесь мне спокойнее. Сдайте документы в штаб гарнизона. Я хотел с ними поработать. А вам не знакома госпожа Нежинская? Знакома. Нина Аркадьевна живет в этой гостинице. В номер к себе идите с вашим портфелем. Я имею право пообедать! Кто там? Штольман. Якоб? Одну минуту. Я еще в постели. Простите, что беспокою, но дело срочное. Я только накину халат и приведу себя в порядок. Мы что, так и будем через дверь объясняться? А что случилось? Одну минуту. Проходи, я поздно легла. А ведь вы давно уже проснулись. А что случилось? Горничную убили в номере инженера Буссе. Какой ужас. Давно? 2,5 часа назад. Невероятно. Этот инженер, он производил впечатление такого безобидного малого. А инженер здесь ни при чем. Как давно вы видели своего знакомого, месье Жанна? Жанна Ламбер, из первого секретаря посольства или Жанна Кретьяна, ювелира из Петербурга, Жанна... Подручного князя Разумовского. Даже не припомню. Я знаю, вы встречались с ним неделю назад. А после? Ты за этим меня разбудил? На вопросы отвечайте, это полицейское расследование. Я уже ответила. Я могла его видеть у князя, но я не запоминаю слуг. Он каждый день сидел здесь, в гостиничном буфете. Ну, надо же. Ну, как я уже сказала, у меня короткая память на слуг. А что? Яков. В чем дело? Это обыск? По какому праву? Какая пошлость. Ты ведешь себя как ревнивый муж в поисках любовника. Кого ты там надеешься найти? Ты хочешь рыться в моем белье? Изволь. Доставь себе такое удовольствие. И мне заодно. Из города не уезжайте. Я не подумаю. Я только приехала. Честь имею. А я буду жаловаться твоему начальству. А вот это сколько угодно.
Настя Петрович, ну что у вас случилось? Нина Аркадьевна, вы уже слышали? Слышала. Горничная погибла, больше ничего не знаю. Я сам ничего не знаю. Полиция расследует. А... Прошу вас, отобедайте со мной. С удовольствием. Ну как же вы теперь? Съездите? Ну куда же я съеду? На Постоялый двор? Единственная приличная гостиница в этом городе. Разве это не ужасно, жить в номере, где кого-то убили? Как вы правы, Нина Аркадьевна. Но что поделать, в гостинице нет свободных номеров. А этот единственный, где есть сейф. Надеюсь, его починят. Вы мужественный человек. Ну что? Я просто исполняю свой долг. А знаете что? У меня есть идея. Вы поселитесь у моего доброго друга, князя Разумовского. Князя? Не знаю, я... Нет, нет, я не думаю, что князь мечтает поселить у себя заезжего инженера. Что вы, это благороднейший человек. Его без сомнения тронет ваша история, и он с удовольствием примет вас у себя. Уж я похлопочу. Ну, это как-то право, не знаю. Нет, я вам верю, но все-таки князь входит в положение простого инженера. Предоставьте это мне. У князя огромный дом. Вы там будете в комфорте и в безопасности. Право не знаю, Нина Аркадьевна. Ждите меня в номере. Я все устрою. Нина Аркадьевна. Да? У меня к вам один вопрос. Вы знаете мою переводчицу? Да, я ее знаю. А вы знаете, что про нее говорят? Да. А что? Просто она сейчас в моем номере разговаривает с мертвой. Не обращайте внимания. У нее есть такая странность. Ждите меня в номере. Я все устрою. Я знаю, чем вы занимались в номере инженера. Это не ваше дело. Ошибаетесь. Скажите, а где я могу найти следователя Штольмана? Полагаю, он на втором этаже. Спасибо. Загляните в каждый номер. И смотрите в оба, он может быть вооружен. Живей, 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 братцы. Яков Платоныч. Вы все еще здесь? Убийца был в черном сюртуке и коричневых перчатках. Мне это сказал один свидетель. В общем, не очень надежный. Я услышал вас. Иногда ненадежные свидетели бывают полезны. Спасибо. Ну, я не буду вам мешать. А когда вы всех убийц переловите, может быть, мы просто с вами в парке прогуляемся? Конечно, разумеется. Право, мне как-то неловко. Оставьте. Князь всегда рад новым людям, новым интересным знакомствам. С Анной Викторовной я не попрощался. Едем. Князь ждет. Все-таки интересно, что она там увидела. Не принимайте всерьез ее фантазии. Простите, сударыня, я должен проверить. В чем дело? Прощения просим. Приказ такой. Ты не слыхана, там мои вещи.
Простите, можете следовать. Платоныч. Да понял я уже. 2 часа роем. С ног сбились. Схоронился лучше, чем блоха. Отзывайте городовых. Прекращаем обыск. Всем передайте. Наш-то инженер мало того, что девушек вызывал, так еще и горничным непристойное предложение сделал. В том числе и погибший. Что еще? Городовой Синельников доложил, что инженер сдал ключ и сказал, что переезжает. С ним была госпожа Нежинская. Donc chaque malheur cherche la femme. Это уж слишком. Поехали. Ведь что такое русский инженер? Отрыжка. Прошу прощения за прямоту. Но отрыжка мирового технического прогресса. Мы построили фабрики, железные дороги. Но мы все время догоняем. Сначала они там что-то, а потом уж только мы. Впрочем, наверное, все это неинтересно, да, Нина Аркадьевна? А чего же? Это очень интересно. Приятно, что у нас есть еще неравнодушные люди, способные делать дело. Вы редкий человек, Эрнест Петрович. За вас. За вас. Ну что, я протестую. Ну, 3 раза за меня. За вас. Положите его вот хотя бы туда. Не могу. Простите. Уверяю вас, что в моем доме ничто не угрожает государственным тайнам. Я не сомневаюсь. Просто порядок и инструкции. О, похвально. Впрочем... У меня есть тост. Ваше сиятельство, я горжусь знакомством с вами. Вы представитель той части русской интеллигенции, ее цвет. Вы дали кров простому труженику, и я с благодарностью принимаю за вас. Благодарю. Какой милый и симпатичный молодой человек. За вас, князь. Нина Аркадьевна, а может быть, вам отдохнуть? Ваша комната готова? Пожалуй, пожалуй. А потом работать. Непременно работать. Сейчас вас проводят, и чувствуйте себя как дома. Благодарю. На пасашок? С удовольствием. Благодарю. Ваше здоровье. Ваше, Нина Аркадьевна. Стой! Дьявол. Ваше сиятельство, там полиция? Прошу прощения, господа. Что это значит? У меня к вам есть несколько вопросов. Вы прежде ответьте, почему вы врываетесь в мой дом без приглашения? Поверьте, есть у меня на то особые причины. Позвольте узнать, какие причины? Есть сведения, что в вашем доме скрывается преступник, подозреваемый в убийстве. Вы, наверное, шутите. Какой преступник здесь? Нина Аркадьевна или господин инженер? Может быть, я? Некто Жан. Лет 50. Крепкого телосложения, короткая седая борода. Неоднократно его видели входящим в ваш дом. У меня служит человек, соответствующий описанию, но он не преступник. Он преподает мне фехтование. И где он? Пригласи месье Жана. Thank you.
Позвольте узнать, а вы что здесь делаете? Господин Буссе, мой гость, в отличие от вас. Князь любезно предложил мне остановиться у него. Вы меня звали, сударь? Как вас зовут? Жан Лассаль. Где вы были сегодня с 12 до 2 часов дня? Я прогуливался. Потом зашел выпить кофе в гостиницу и вернулся домой. А здесь? Здесь что вы делаете в этом доме? Тренирую его сиятельство в фехтовании. А в чем, собственно, дело? Я сам не понимаю. Эти господа из полиции. Вы обвиняетесь в убийстве, и мы вас задерживаем. Только давайте без глупостей. Вы тоже собираетесь, поедете с нами. Зачем? К вам тоже есть вопросы. Вы портфель крепче держите. Я сообщу об этом произволе обер-полицмейстеру. Это неслыханная дерзость! Ваше право. Ты смешон, господин Штольман. А свои вещи вы привезли для того, чтобы князь дал указание раздать их бедным? Да-да, я же совсем забыл, ваше сиятельство славится своей благотворительностью. Честь имею. Господин Штольман. Штольман, объясните, за что меня и куда? Вас отвезут в гостиницу. Отдохните там в своем номере под охраной городового. Езжай. Я не могу там находиться. До завтра потерпите, я что-то решу с вашим поселением. А главное, держитесь подальше от князя и госпожи Нежинской. Ну, почему же? Есть на то причины. Но это военная тайна. Свидетели видели вас сегодня в гостинице. Я этого не отрицаю. Видели, как вы входили в номер к инженеру? Меня никто не мог видеть. Потому что ни в какой номер я не входил. Я посетил буфет и ушел. Из гостиницы вы не выходили. То есть как? Да вот просто. За вами наблюдали. Вы действительно вошли в гостиницу, но обратно не выходили. Убийство горничной – ваших рук дело. Какой еще горничной? Господин Лассаль, мы ведь давно знакомы. Извините, не имел чести. Нам известны все ваши подвиги здесь, в Затонске. От вашей руки погиб учитель математики, а также господин Мораль. Дежурный, в камеру его. У вас их нет. О чем это вы? О доказательствах. Каков? Но ведь это он! Разумеется, Иван. Только вот что удивительно, после всех его подвигов здесь, в Затонске, у нас нет ни одной улики, ни одного свидетеля. Одна лишь наша уверенность. Завтра придется его отпускать. Надежда на вас, Виктор Иванович. Это же ваш город. Ну, нельзя позволять такого рода безобразия. Благодарю вас, князь. Я постараюсь оправдать ваше доверие. Ирина Аркадьевна. Пожалуйста. Thank you.
что делать с этим инженером? Времени же совсем не осталось. У нас еще целая ночь впереди. А толку-то что? Я знаю, что делать. У тебя был князь Разумовский. Ну да. И с ним Нежинская. Знаешь, князь предложил мне стать его адвокатом. Похоже, твой штурман на этот раз перегнул палку. Ворвался сегодня в дом князя. Арестовал его учителя фехтования. За что? Ни много ни мало по подозрению в убийстве. Вот завтра пойду разбираться. Как это все грустно. Спокойной ночи. А, господин Бусы у себя? Так точно. Что тут у вас? Да вот, на краже с поличным попалась. Смотрите, в измерениях не ошибитесь. Такое лицо не часто встретишь. Что же вы украли, прекрасная незнакомка? Кошелек, ваше благородие. Модистка из ателье. Пока примерку клиентки делала, кошелек и припрятала. Что, на наряды не хватает? Бес попутал. Доброе утро, Яков Платоныч. Я к вам по делу. Прошу.
Проходите, Виктор Иванович. Яков Платонович, у вас сидит мой клиент. Это кто же? Жан Лассаль. Князь Разумовский вчера вечером предложил мне стать его поверенным, и я здесь по делу об аресте его человека. Присаживайтесь. Ну, а стоит ли, Яков Платонович? Но мы ведь с вами оба знаем, что никаких доказательств вины моего клиента не существует. А откуда вам это известно? Тогда предъявите. Будьте любезны. Предъявить мне действительно нечего. Но я не был бы так категоричен в отношении его невиновности. Яков Платонович, мое дело адвокатское. Так что либо обвинение, либо выпускайте. Делать нечего. Забирайте своего клиента. Ваше высокоблагородие! Да. Убийство в гостинице! Инженер? Так точно. Раз, два, три, четыре, пять. Я тебя иду искать. Где портфель? Когда произошло убийство? Ну, я полагаю, где-то между часом и двумя ночи. Дежурный! Ваше высокоблагородие. Ты что, спал? Никак нет. Кто приходил в номер к инженеру? Барышня Миронова. Миронова?
Ты не ошибся? Миронова в 10 вечера пришла и часа в 2 ночи ушла. Уверен? Что я Анну Викторовну не знаю. Еще кто приходил? Приходила еще одна дама, тут в гостинице проживает, но в 9:30 и была недолго. Яков Платоныч, найдено на полу. Яков Платоныч, но вы же не подозреваете Анну Викторовну. Вы не могли ошибиться во времени? Нет. Я тексты перевожу для Эрнеста Петровича. Мы с ним работаем часа по 2, по 3. Коробейников. Это Нежинская. Задержите ее и Миронову тоже. Анну Викторовну? Ну, не Марии Тимофеевну же. Слушаюсь. Вы были здесь вчера до 2:00 ночи? Почему до 2? Я пришла в 10 и через 15 минут ушла. И, разумеется, он был жив. Анна Викторовна, я вынужден вас задержать до выяснения обстоятельств. Вы меня за решетку посадите? Надеюсь, до этого не дойдет. Разберемся. Вы мне не верите? Верю, но городовой утверждает, что вы ушли из номера в 2:00 ночи. Я не могу игнорировать его показания. Синельников. Ты точно видел госпожу Миронову? Так точно. В котором часу она ушла? 2:00 по полуночи. Я ушла в 10:45, но этот господин не мог этого видеть, потому как спал на стуле. Да что вы такое говорите? Не мог я спать на посту. Разберемся еще. Свободен пока. Есть. А внизу вас кто-то видел? Нет. За конторкой никого не было. Кира, ну, пожалуйста, соберитесь. Это очень важно. Все говорят, что я сумасшедшая, но я... Что? Что между вами произошло? Он повел себя... В общем... Он напал на вас? Нет, не напал, но он меня неправильно понял. А как вы вообще оказались у него в номере ночью? Вам непонятен вопрос? Зачем вы пришли к нему ночью? Делом займитесь. Ваш вопрос в непозволительном тоне. Простите, здесь только что убили человека. Мне не до любезностей. Просто так спрашиваете, словно вы намекаете на что-то. Я ни на что не намекаю. Вы пришли в номер в 10:00 вечера, ушли в 2:00 ночи. Что я должен думать? Вы не смеете со мной так разговаривать. Анна Викторовна, не время выяснять личные отношения. Вы мне мстите, что ли? Вы посидите, успокойтесь пока. Поедем в управление, там и поговорим. А я никуда с вами не поеду.
Как прошло? Дорогая моя, бесценная. Как вам это удалось? Вы даже представить себе не можете, чего мне это стоило. Какая красота! Это же просто прелесть. Я надеюсь, что мы с вами вне подозрений. Вы вне. А я... Что? Инженер мертв. Да что вы говорите? Какой ужас. Ужасный век, ужасные сердца. Нина, ну что вы, ну перестаньте, ну все же позади. Ниночка, ну... То есть оставьте меня здесь одну ненадолго. Пожалуйста, оставьте меня хотя бы на несколько минут одну. Хорошо, я не спрашиваю зачем. Вернусь через полчаса. Где вы? Я знаю, что вы здесь. Не прячьтесь. Явитесь мне. Ну где же вы, Эрнест Петрович? Вам стыдно? Или вы боитесь? А вы не бойтесь, не бойтесь. Я теперь единственная ниточка, которая еще может вас связать с этим миром живых. Заканчивайте. Николай Васильевич, ну право это странно. Мы со Штольманом договорились, что Лассаля отпускают. Ну вот уже биток 2 часа, я не могу этого дождаться. Ну, видимо, формальности. Ну какие же формальности? Ведь все уже решили. Будьте любезны, распорядитесь, пожалуйста. Виктор Иванович, не беспокойтесь, я сейчас все устрою. Что тут у нас? Открыть. Вы свободны. Ну вот, видите. Благодарю вас. Князя благодарите, я просто делаю свое дело. А пока вы свободны. Ваше сиятельство, что случилось? Спросите об этом вашего Пинкертона. Арестовал Нину Аркадьевну безо всяких оснований, ссылаясь на распоряжение Штольмана. Кто такой Штольман? Прошу прощения, не арестовал, а задержал. Как?
Позвольте представить вам Нина Аркадьевна Нижинская, фрейлина ее императорского величества. Рад, очень рад, чрезвычайно, какими судьбами, то есть, простите, что все это значит? Приказ Яков Платоныч, следственные действия в связи с убийством господина Буссе. Господа, одну минуточку, я сейчас во всем разберусь. Где Штольман? Проводит следственные действия. Приказал задержать Нижинскую. Что, с ума сошел? Фрейлину? Немедленно отпустить. Совсем без допроса? Николай Васильевич, ведь есть основания. Какие основания? Надо допросить, иначе Яков Платоныч будет недоволен. Там, где нужна суровость, мягкость, неуместно. Надо допросить, ну, хотя бы формально. Ну, хорошо, но только быстро, быстро. Нина Аркадьевна, произошло недоразумение. Ну, раз вы уже здесь, позвольте провести с вами беседу. Просто, так сказать, выяснить кое-какие детали по делу инженера. Всего лишь несколько вопросов. Несколько вопросов. Господа, князь Виктор Иванович, я вас прошу ко мне. Эрнест Петрович, вы же здесь, здесь. Но я же чувствую, что вы здесь. Эрнест Петрович, пожалуйста, Эрнест Петрович, у меня очень мало времени. Но неужели вы не хотите хотя бы извиниться передо мной, перед тем, как уйдете? Ведь вас женщина убила. Наверное, это вас раздражает. Но признайтесь, поговорите со мной. Выплесните раздражение. Еще стремлюсь к тебе душой. Еще ловлю я образ твой. Сумраки воспоминаний. Кто вас убил? Да, я один. Одежды разлетелись. С покорностью я принял жребий свой. Довольно вы мне стихов читали. Скажите, кто вас убил? Еще ловлю. Я образ твой. Надежды разлетелись. Хватит мне зубы заговаривать. Вы что, ее еще больше, чем меня разозлили? Еще стремлюсь к тебе душой. Уродец. На пороге рая. Недорого берет за вход. Дешевыми страстишками играя. Мгновение блаженства продает. Что там про уродца? Я предупреждаю вас. Госпожа Нижинская будет крайне, крайне недовольна. Ничего, ссылайтесь на меня. Прошу вас. Вчера вечером я была у себя в номере. Спала. Никого не слышала и ничего не видела. А мы, в свою очередь, нашли в номере инженера Буссе мундштук. Ваш мундштук. Да?
Я заходила к нему вечером и забыла у него свою штуку. Зачем заходили? Поболтать. За это время мы с инженером стали добрыми приятелями. А после этого вы больше к нему не возвращались? Нет. Ну что ж, я не стану от вас скрывать. Нам стало известно, что инженер Буссе был поклонником, почитателем, я бы даже сказал, любителем женской красоты. Если, конечно, вы понимаете, о чем я говорю. Может быть, он вам что-то говорил о ком-то? Может быть, кого-то ждал? А с чего бы он стал делиться со мной столь интимными подробностями? Вы только что сами сказали, что стали с ним близкими приятелями, друзьями. Нет, он мне ничего не говорил. Я могу уже идти. Прошу прощения, еще пару вопросов. Имеющий терпение способен создавать из листьев шелк и мед из лепестков роз. Я не мог не заметить синяка на вашем запястье и содранную на пальцах кожу. Да, я упала вчера в номере. Вам следует показаться врачу. Мы сотрудничаем с доктором Милсом, он прекрасный специалист, он легко... Я благодарю вас. У меня есть свой доктор. Ну вот и все. Нина Аркадьевна, пора заканчивать. Пора заканчивать. Благодарю вас за участие. Николай Васильевич, мне нужно еще два слова. Я прошу. Антон Андреевич, извольте проследовать за мной. Извините. Позволяете? Вы кем себя вообразили? Виноват, ваше высокоблагородие, но мне необходимо медицинское освидетельствование. Да вы с ума сошли. В номере инженера следы жесточайшей борьбы. А на запястьях Нины Аркадьевны синяки. Кожа на пальцах содрана. Кожа содрана. Даже не думайте об этом. Вы в своем уме? Яков Платоныч будет очень недоволен. Да я вас с вашим Яков Платонычем знаете куда? Николай Васильевич, ну, в самом деле, может быть, довольно пытать Нину Аркадьевну? Разумеется, разумеется. Нина Аркадьевна. Простите, Нина Аркадьевна, благодарю вас за содействие. И еще раз прошу прощения за... моих подчиненных. Вы свободны. Порошок сотру. Прошу, господа. Анна Викторовна, можем ехать. Вы здесь? Уродец на пороге рая. Недорого берет за вход.
Где портфель? Где вы его взяли? Да как из полиции вышел, мы его и приняли в тихом месте. Вам никто уже не поможет, никто вас не хватится, если вы исчезнете. Вы ведь человек-невидимка? Странно слышать такие слова от блюстителя закона. Довольно, Жан. Маски сброшены, вы знаете, кто я, а я знаю, кто вы. Здесь нет адвокатов, нет никого, кто бы оценил ваше мужество и преданность. Ни князь, ни госпожа Нежинская никогда даже не узнают, что с вами случилось. Вы не мучите себя, отвечайте. Кто убил инженера? Где портфель? Самое смешное, что я действительно не знаю ни того, ни другого. Я же всю ночь провел в участке. Выбейте из него все, что можно. И отпустить. Отпустить? Возвращайтесь в столицу, оставьте все ко мне. Нет, князь, я вас не оставлю. Я возьму себя в руки. Вы отправили девушку в гостиницу к инженеру Буссе. Это вопрос или утверждение? Утверждение. Неверное утверждение. Не было этого. Он заказывал девушек каждую ночь. Мне об этом неизвестно. А вы сами у него спросите. Он ведь уже представился. Я хочу поговорить с Аглаей Львовной. Не могу вам препятствовать. Проходите, она у себя. Добрый день. Позовите, пожалуйста, Аглаю Львовну. Что-то случилось? Мне нужна ваша помощь. Быстро по комнатам. Прошу вас. Где Штольман? Не могу знать. Что с Мироновой? Что? Постовой утверждает, что видел ее, выходящую от инженера, в 2 часа ночи. Должно быть, он что-то перепутал. Позвольте, я его еще раз допрошу в вашем присутствии.
Это что? Что? Штольмановские штучки. Валяйте. Дежурный! Семейный ко мне! Смотри, смотри какой упрямый, а? Все, теперь твой черед. Мои девочки точно с этим делом не связаны. Он вызывал к себе дважды, это правда. Видать, еще кого нашел на стороне. Но если не ваш, то кто? Да кто угодно, мне почем знать. Еще стремлюсь к тебе душой. Да ладно, ладно. Я помню, как вы заступались за моих девушек. Есть одна. Работала у меня когда-то. Характерами не сошлись, я ее выгнала на улицу. Думала, загнется, а нет. Вылезла. И даже место себе приличное нашла, где и подрабатывает по старой памяти. Девка, она видная. Где ее искать? Модистка в ателье на главной улице. Верка ее зовут. Спасибо. Да. Да не за что. Ну что, господин Буссе, молчите? Значит, маман в точку попала. Давай, дружочек, вспоминай, вспоминай. Память слабеет, если ее не тренировать. Да не что, все упомнишь. Кажись, в синем платье она была. Анна Викторовна вошла в синем платье, так? Ну да. А вышла? В коричневом. Что же, по-твоему, получается, что она переоделась у инженера, так? Да что же вы меня все сбиваете-то? Сам говоришь, что вошла в синем в 10, а вышла в коричневом в 2. Так? Так. А шляпка была? Не могу знать. С туалеткой, может быть? Не могу знать. Могу знать. Синяя или коричневая? Минуточку, Антон Андреевич, голубчик. Хоть убей бог, не могу знать. Голубчик! А в лицо Анну Викторовну ты видел? Видел. Когда входила? А когда выходила? Вроде нет, только фигуру видел. Да как же ты мог не видеть лица, если она выйти должна была из номера прямо на тебя? Я тебе скажу, почему. Потому что ты спал и проснулся только тогда, когда дама была в конце коридора, спиной к тебе. Спал, голубчик? Что вы собирались делать? Арестовать модистку?
Я собиралась убедиться, что она там, и потом сообщить об этом вам. Что за ребячество, Анна Викторовна? Как вы только могли? Да как вы только могли подумать, что я могу человека убить? Анна Викторовна. А самое страшное, что вы думаете, будто я лгу и изворачиваюсь. Я ни на минуту не сомневался в вашей невиновности, но есть процедура. Все, я больше ни слова вам. Простите, вы можете не разговаривать со мной как с частным лицом, но как следователю вы обязаны дать мне объяснение. Хорошо. Извольте. Случайно я услышала разговор князя и госпожи Нежинской. Пошла предупредить господина инженера о том, что он в опасности. Ну, теперь-то я понимаю, конечно, что это только мое воображение. Господин Буссе меня неправильно понял. Он решил, если я пришла к нему ночью, это значит, что... Дальше. Он был пьян. Он посмеялся над моими подозрениями и потом попытался меня целовать. Я его толкнула. Поймите вы, что для меня это было полной неожиданностью. Вы не знали, что ожидать? Нет, не знала. Для меня странно, что он принял причину моего визита именно в этом свете. Да странно было бы, если бы он воспринял бы это как-то иначе. Это почему? Всякий мужчина на его месте подумал бы именно так. И вы? Вы действительно считаете, что я могла прийти к нему ночью как к мужчине? Анна Викторовна, вы молодая женщина. Что странного, что вы пришли к нему как к мужчине? Я ночью. Такое, знаете, бывает. Вы меня оскорбить хотите? Да полноте. Что здесь такого? Дело молодое. Что? Это все сейчас не вы говорите. Я не знаю, чего вы там добиться хотели, но если вы своей цели достигли, я собираю вещи и уезжаю в Петербург. И завтра же вы меня не увидите. Больше никогда! Еще раз говорю, то как работает, только так ты и есть. Кому это сказал? Нормально. Ты кому это сказал? Потише, потише, потише. Хорош, хорош, потише. Но это не работа, а черти что. Сегодня ты перешел черту. Так вы давно ее перешли. По твоей милости я испытала такое унижение. Имеете в виду драку в вашем номере? А, больно. Украшение модистку украла. А вот оно как было. Сластолюбец инженер увидел модистку, когда она принесла вам платье в гостиницу. Она хорошенькая, конечно, ему приглянулась, а вы подговорили ее, чтобы она украла портфель за вознаграждение. Что-то там не заладилось. Видимо, инженер проснулся в тот самый момент, когда она пыталась выйти из номера с портфелем. Я нашел следы крови и борьбы в вашем номере. Она прибежала к вам вся в крови, инженера. Требовала больше денег. Как еще больше? Подожди. Мы так не договорились. Я говорю, мне нужно еще больше денег. Я убила человека из-за тебя. Вот этими вот руками, понимаешь? Убить! Мне нужны деньги.
вся кровавая, в истерике. Я думала, она хочет убить меня. Да, ужасная картина. Вот только утром она пришла в себя, пришла в управление и села на малый срок, чтобы каторги избежать. Я ничего этого не знала. Конечно. Лучше бы вам отдать этот портфель. У меня нет никакого портфеля. Разумеется. Якоб, мне уже с трудом удается ограждать тебя от больших неприятностей. Да будет вам. Неужели вы думаете меня напугать? А я на твоем месте боялась бы за Анну. Твою Анну. Мою? Да бросьте вы, что вы там себе напридумывали. Тем более она уезжает. Уезжает? В Петербург, так что и говорить об этом нечего. Напротив. Анна! Анна, открой, прошу тебя! Мы должны поговорить! Нечем говорить. Все решено, я уезжаю. Никуда ты не поедешь! В таком случае я никогда, никогда отсюда не выйду. Ну, разумеется, потому что я тебя запру здесь. А я тогда умру. Послушай, ты можешь объяснить, что случилось? Да нечего здесь объяснять. Я просто устала от вас. Я хочу другой жизни. Анна, что ты там делаешь? Чемодан собираю. Аннет, послушай, дорогая, так не делается. Переезд это дело очень серьезное. Мы поняли, что ты приняла решение. Ну, нужно же как-то все обсудить, все обговорить. Так скоропалительно... Дядя, собирай чемодан, ты со мной едешь. Завтра же! И нечего ухмыляться. Ну, убирайтесь. Мне надоела ваша наглая рожа! Анна! Ты с кем разговариваешь? Репетирую. Прощальный разговор с господином Штольманом. Что, уйдите вы, пожалуйста, уйдите. Я не подумаю. Мне с вами интересно. Оставьте вы меня в покое! Аннет, мы просто хотим поговорить. Я так и думала, что все дело в Штольмане. Ну, если так, то это пройдет. Ничего не пройдет, дядя. Собирайся. Но что мы будем делать в Петербурге? Что? Это мне ты говоришь? Ты? Мы с тобой столько мечтали, планы строили. Вот. Это все из-за вас. Поступите на курсы. Выскочите замуж за какого-нибудь студентика. Потом кружки и тайные собрания. Бросите бомбу в полицмейстера. Она же вас разорвет. Слушайте, пожалуйста, оставьте меня в покое. Вы меня совершенно не знаете. Анна, милая, ну нельзя же так. Мы ведь семья. Мы тебя любим. Но так не мешайте мне жить. Я... Так же будет лучше для всех. Нет, нет и нет. Это невозможно, вы никуда не поедете. Да боже мой. Но в конце концов, велико важно съездить в Петербург на 2 дня. Ну, погуляли бы, полюбовались бы красотами. Она первая домой запросится. А если нет? А если нет? Вот, вот, это все ваши происки. О, Господи. Маша, Маша! Не стоит так.
самом деле, запретный плод сладок. Ну, пускай попробует. Что? Запретный плод? Столичной жизни! Госпожа Нежинская просит принять. Сейчас. Управление. Яков Платоныч, я вас по всему городу ищу, вас все потеряли. Анна Викторовна невиновна. Прекрасно. Городовой все напутал, он спал, я вывел его на чистую воду. Верка убила, модистка. Какая модистка? Та, что у нас сидит? Ага. Ее подговорили украсть портфель. Но, к сожалению, нам это не доказывать. А что же делать? Да давайте напишем роман в соавторстве. Интересная мысль. А в аннотации скажем, что все события вымышленные, а... Совпадения случайные. А название? Смерть инженера, разумеется. Красиво. Чуть не забыл. Доктор Милс передал вам письмо. Надеюсь, ничего серьезного? До завтра, Антон Андреевич. До завтра. Смерть инженера. Ушел дьявол. Квартиру надо менять. Конечно. Но мы раньше, чем через неделю, не очухаемся. Отдыхайте, господа, вы хорошо поработали. А с кем в последнее время встречался этот француз? С князем. Хотя был один день, когда он мотался за англичанином. Опять англичанин? Имя узнали? Гордон Браун. Где остановился? Михайловская усадьба за городом. Там охрана. Однако, выздоравливайте, господа. Барышня! Что? Барышня, к вам пришли. Госпожа Нежинская. Что? Ты не ошиблась? Нет. А я не принимаю. Она ждет в гостиной. Молчи, скрывайся и таи. Простите за столь поздний визит, но у меня к вам неотложный разговор. Вы не должны никуда уезжать, вы должны остаться.